Всех приветствую. Вот пришла ко мне такая посылочка. Матка заморская. Будем подсаживать волей. Сейчас откроем, посмотрим, живая она там или нет. Шла где-то 10 дней примерно. Проще дырку прорезать. Так, вот она клеточка. Вот она. B131 F1. Зеленая меточка. Рыжая матка. Бакфаст. Подсаживать буду вот на этого роя. Это пойманный рой. Пчелы добрые. Но там отравилась. А молодая матка вывелась там никудышная. Расплод плохой. Вот на этого роя и подсаден. Сейчас пока положу им на рамочке. Пускай пока тут полежит. Ну вот он, этот бакфаст. Вот матка здесь. Садил на расплод. На выходе там уже как бы нормальное количество. И вот сейчас хочу с этой безматочной семейкой, сколько там летной пчелы осталось, я не знаю, расплод у них я весь сюда перетащил. И вот сейчас я их типа соединю. Матка уже сеет, кстати, все нормально. И вот сейчас соединю и как раз подкормлю их и все дела. Полынь вот накрывал опять же. Хоть не так жарко им было. Сейчас вечер, как раз воровок нету. Тут как бы и маломедное я им ставил, и расплод. Даже стамеску не взял. Вот такой пчеловод. А, вот она и маточка сразу попалась. Вот ее здесь молодые пчелы нормально приняли. Бакфаст. Типа того. Попробуем ее. Не знаю, как мед будут носить. И сейчас переставляем это все дело сюда, короче. Улей немного подвинем. Так, где мой объединитель? У них там такой будет кумар.
Тут расплод выходит. Как бы матка там даже была в этой рамке. Теперь она на этой рамке. Путешественница вообще. Вот она здесь уже. Вот здесь что-то пустая. Будут пробовать менять ее или нет? Понаблюдаем. Ну, это перговая, на осушку как бы. Ну, пускай еще постоит пока. Позже уберу. Это можно забрать. За заставную пока поставлю. Пускай они мед выберут с нее. Так, сейчас им еще сиропчик даем. Потом понаблюдаем. Все, закрываем. Улей сейчас передвинем чуть. И все. Все, всем пока. Будем наблюдать.